Так, центр. Ну давай, центр. Спасибо центру за это. Чё на чём? Чё на чём, ребятки? Вообще у меня была мысль сыграть на кунке через Tidebringer. Это куночка моя. Чтоб просто с руки отпинывать. Было дело? Было. Что еще есть веселое, интересное? По пику сейчас посмотрим. Феня ВД у противников, окей. Ну, кстати, неприятно брать уже какого-то толстяка, потому что там процентованный дэмэдж вообще лютый заходит. Я бы какого-то, может быть, наоборот, более тонкого героя брал. Ну, я мид, я могу ласпикать, не торопясь. Пока на расслабоне, на чиле. Свен и в Рейскинг. Ух, а у меня снайпер керри и Энигма. Ёшкин ты дрын. На чем в это шпилить, скажи? Кто-то должен идти вперед, кто-то должен это впитывать. Что деньги? Деньги это ничто. Вы так трепетно относитесь к деньгам. Это все мелочи, это инструмент. Давай на лешем побахаем. Алло, брат. Тут говорят, комьюнити в улучшении нуждается. Звоню тебе как эксперту. Нас ждут в том самом легендарном клубе. Что им передать? Передай им, чтоб ждали нас 19 июля. И то, как мы будем взрывать, реворкнуть уже не получится. Так, атаки героя восстанавливают ману, увеличивают частоту взрывов диаболика, нет урон по стройкам. Первый берем. Можем вот так закупиться, в принципе. Там Шторм Спирит. Кто-то, интересно, купит Мейдж Слеер, догадается? Если Шторм купит Мейдж Слеер, мне, скорее всего, вообще хануба как бы в этой катке. Ну, тут, к сожалению, история такая по драфту, что я единственный, кто может идти вперед и впитывать. Так что идем вперед и впитываем. Шмотки будем брать. Обязательно ветра нужны, must have. Желательно апнутые. Без БКБхи, наверное, тоже никак. Саша Кая по классике. Ну, Блудстон, очевидно. Я бы просто в этой игре фармил, потому что идти вперед не с кем. Пока из того, что я вижу. Травыч, и... ты? Нет? Нет. Для... Че за травыч? Так, меня еще не называли. Ладно, что? Катку, не? Че, катку? А че, катку, не? Ну, мне пик наш не нравится. Не вперед надо идти. Это серьезно, травман? Травман, че? Это баф привязан к твичу. А, здорово. Здорово. Первый раз с кем-то из стримеров попался. Да, я разве стример, так? Если бы знал, я бы что-нибудь пожестче пикнул. Найс, охуенно, я задаблил, сразу въебал ФБ. Это база. Но это проплаченные. Я таких на форумах покупаю. Задаблил, потом ФБ отдал и все. Да, это за стример с батл, слушайте, ставки мне проебал. Ты если бы на меня ставил, всегда в плюсе его был. Я 4 из 6 выиграл, что ты мне рассказываешь? Вообще на ФБ заливал. А на ставке осуждаем, это харам. А на ФБ типа можно, да? Избиваем, работаем. Нормально вроде пробиваем так. Алабешник ему чуть-чуть. Пешком шел, дружище. Заработал. Ну какой мисс? Я прям чувствовал, неужели мисс? И он действительно выпал. Офигеть, не встать, скажи.
Мне ману залило сейчас что-то. А, атаки мои. Это все забираем. Тоже забираем. Прокачиваем. 140 уже нормально. Динай приятный. Ботл едет. Ему уже приехал. Ничего себе, надо стики взять. Он в них будет заряжать только так. Это я забрал, сюда пришел. Хорошо. Ой, а может, кстати, даблкрип умрет. А, отлично, вообще халява. Вот тут качнули, тут все сделали. Тычка-то как не долетела. Ой. Я вроде нажимал на противника, а побежал просто мимо куда-то. Я 4 маны отрегенил. И 4 маны регеню за каждую тычку. У него по боту, у него фуловый, да, есть и фейрик есть. Ну такое. Выживаем, отступаем. Нормально. Мне нравится, очень контактно с ним стоим, это интересно. Люблю, когда так стоится. Экшен, экшен постоянный. У него тычка, блин, приятная очень. Быстрее летит, чем моя. Только атаки по счетам с маной. Атаки по крипам на 50% меньше маны. Понял. Эх, а тут не хватило, скажи, да? Банку надо. Приятный обсервер. Может, у меня почти барабаны, сейчас можно будет на пятом поебать их. Ну, не то чтобы сильно надо было, ну давай. А, я еще просто так отошел у крипа, пропустил рейнджового. Неприятно. Неприятно. Феникс без Икаруса, если ты придешь, мы можем попробовать убить. Он запутался и этот... У него на месте остался стоять реминант. Прикольно. Шарап, шарап. Дружище, почему ты уходишь? Мы же можем их убивать здесь с тобой вдвоем. И 6 маны восстанавливаю себе. За каждую тычку по нему, это прикольно. Yes.
top tower is under attack. Соло. Соло переиграл. Поехали дальше. В Каю. В Каю, наверное. Чисто для пофармить. Я встаю через 18. Я не успею стакнуть, наверное, да, Сибинши? Привет. Думаю, что не успею. Сейчас был в военкомате. Там чел тоже твой стрим смотрел. Познакомились. Ничего себе. Завтра на свидание. Кайф. Спасибо за контент. Хороших котов. Вот это история успеха, понимаете? Спасибо за 200 большое. Спасибо за поддержку. Ребят, вот видите... Смотрите травоману, у вас личная жизнь налаживается, и все как бы чики-пуки сразу происходит. Вот пару нашел человек себе. Правда, не понял, почему в военкомате. Наверное, какая-то этот, медсестричка, да? Да? Он, извините меня, икона так называемого гачимучи видео. Скорее всего. Что-нибудь постакать, напофармить или нет? Подожди, а я же знаю, где у него вижен, правильно? Я думал, он мне сентрю сломал, а он не сломал. Оп, еще плюс денежка. Он бы забанил друг, либо раз. Что-то там было забанено, разбанилось. Наверное, разбанилось. Нормально, я ему вышку снес, да? Чисто заглянул на огонек. Там качнем бы еще. Пойдем босса давим. Это плот, это плот. Я, у меня есть ТП, но я не буду. Я нет блокола. Гости снесем быстро вышку. И вызови этих любых чел. Давай. А, блокол, дай в этого. Нету? Не, нет. Доктор сверху, снизу никого нет, парни. Хорошо, я слышу. Нет, чё, в смысле? Чё прекращает? Не, я... Это, пришаку. Тут стак, под ней ёбнутый. Чнуть некому. Можешь прийти, кстати, ты качнуть. Приду, я качну. Шапнель. Мне в единичку она. Устрой, дестрой, порядок это отстой. Круши, ломай. Я иду закачиваю. Подожди, и тут стаки, и там стаки. Ща, я тут еще стаки нашел, я пока их качну. Они закачали. Норм. Могу сейчас в топ прийти, у меня вот, ну, 100 золота до барабанов апнутых. Здесь уже никого нет. Нормально. Стаки шторма качнул. Давай можно. Золота вроде. Че въебать его. Бегу на него, бегу. Эх, активку пришлось отдать, конечно. Хорошо. Шторму. Ну, печально чё. Можешь на снайпере в бот тэпнуться. Тут у тебя, в принципе, есть фарм опция. Ааа, руна иллюзий. Без айдолошиков. Ну, убьют, наверное. Настоящий шторм. Как он умер? Все, этого должны забирать. Должны забирать. Должны забирать, хорошо. Еще до фрага получил. Музыку врубил. Этот без ульты все еще. Молодец. Yes.
наш пуш. Нормально, нормально, уверенно. Поясню, что здесь так леший, я не могу. Умрет? Умрет. Догорел, догорел. Умрет, умрет на шторме. Ты-ты-ры-ты-ты. Вуду маску может взять себе? Вот так вот сходу. Я могу на низ-то подойти. Давай возьму. Если я бы на хп что-то взял, но видите, ничего нету на хп. Ну типа трастище. Хотя 90 здоровья это довольно много на самом деле. Ну лучше брошку. На дистанцию приятнее. Так, активка в боте, КД 8. Ну лучше ТП дать. Что убило шторма, диаболики остаются после моей смерти там, ребята, лежать. Если хочешь это... Нормалек. Хорошо поджарили паренька. Подкачиваемся. Ой-ой. Пас. Можем топ продавить, ребят. Давай, подхожу. А с блинка уже, вот у меня еще 400 за блинка. И тут стаки, да ты че? ДДСа нет на своне. Поймать бы его. Форм сзади, ребят. Ну мы с Блэхолом все еще, правильно? Ладно, убили Свена, яйцо выбили. Вот ну сейчас, кстати, как раз таки раскачаться, мне придет блинк со смоком. И мы разберем. Я бы первый, наверное, покачал, пока что. Рунка кайфовейшая просто. Я бегу к нему. Ну, я вообще к ним в тройку бегу. Можем давить. Там с ГДС мы сюда. Убили? Убили, хорошо. Я тут двоих отвлекал пока что. А этого убить, у него нет реинкарнации. Без ГДС, без ГДС. ГДС, КД я этот выбил. Давай, это сюда пока что. У меня 600 до шарда. Блин, интересно, на лишраке есть смысл покупать? Шмотки на атак спид, чтобы ману быстро регенить. Как будто нет. Да? Ну вот я не вижу как будто смысла. Ну то есть, если у меня билд на атак спид, то соответственно, а нафига мне мана? Ох, просто в этот торнадо опустил. Мана в размере процента от урона наносимого. Чё, кстати, с моим шардом можно будет даже Рошана убить в шоке. Можем, можем. Деньги. Мы с вами пойти, парни, убивать в шторм. Будто в него одного. А блинки сажать просто его, не? Пуш.
еще это как-то вынос, да? Шар летит, можно будет Рошан. Можно Тауэр сейчас сломать. Да, сейчас на 2, потом Рошана можно выйти. Активка в топе. Нормально, я задобрил. Хотелось бы за низ бегать, конечно. Но урона тонна. Каждый хэдшотик по 140 наносит. И тебе, ребят. Так, я пойду особо не показываясь. Вот за этой штукой. Феникс идет, неужели драться хотят? Где-то здесь Свен. Сейчас еще покачаться. О, там в топе тэпка, ребят, есть. Не надо. Беги, сука, беги! Просолка. Я просто... Просолен. Чё там, погибли, что ли, ребята? Просто загрызли, блять. Армор или мана в секунду? Пока вот это вообще прокачаю, правильно? Я рядом, ребятки. Ага. Бежать даже. На брейскинге вообще ливнул куда-то. Вообще было бы за, ну, прекрасно было дело, было эту темку, чтобы я тэпнулся. Кая есть, но можно шард взять, в принципе. Тебе бы руну у них забрать на 18. А, блять, чё я несу? А чё ещё происходит? Бывает, забыли. Кто-то фидит специально из команды. Потекли, так скажем, крышей. Всё. Вон они фидят просто этим. Всё. Я бегу. Идите, ребят. У меня мана кончилась, я подвызу. Да, толстого вообще въебут. Толстого въебали. Это был байт на Врейскинга? От этого дауна. Или нет? Осуждаю здесь максимально, быдло неадекватное. Я забыл. Давай. Делаешь. Ага. Победа над другими дает силу. Ого. Победа над собой. Бесстрашный. Получается так. Спасибо на ним за 200. Спасибо за модочку. Ну я бесстрашен, это факт. И то, что силен, тоже. Такое. Вообще пофигу под регенкой до конца. Блин, ну Лишра какой-то слишком сильный герой, наверное, да? Как будто даже, хотя... Его лучше, это 2 в топе, и там Торвентера еще убьем заодно. Да, можно. Не-не, гоу. Я с шардом, поехали. Хочешь, ну... План. Зайти, давай. Это что-то прометчивое решение за рампу заходить. Да не, там что-то вообще им больно. Не знаю, парни, чего вы боитесь. Один x3 тут немного постоял, подрался. Размял. Красавчик. Это шард, ребята. Когда шард появляется на лишраке, если парни не сориентировались, что здесь шард, то они отдыхают сразу. А что бы взять, чтобы больше урона было? Только Шива на ум приходит. Мы трон или бот тавр? А, понял. А что ты бы забрать шардик и вышку? И еще станчик? Не? Не. А ну так догорит. Не знаю, бот заберем. Бедолага на свине. Домой. Бот арбентера, слышь? Рауч. Что-то вообще неохота, я за руны пойду лучше. Ладно. Ой, да, пойдем в боту, заберем Росши, вот так, закончим. Может давай. Хекс взять себе, кстати? Мне просто мана не хватает. Нет такого ощущения? Лепота. Пульсного снижает получаемый урон. Или урон от пульсного. Конечно, надо плюс урон брать всегда. Правильно. Пройдите на Рош, ребят. Пачка очень сочная наверху. Можно я заберу и прилечу? Парни. Не спешим вроде никуда, ребят. Пока на ними. Въебали у нас мизи чувака. Дрон въебал. Меня? Кто-то? Не, я такого не видел. Это жесть. А мне приснилось. Ну это другое дело. Слушай, Роман, вопрос, а как ты на этом рейтинге оказался, из-за чего? Кидает это просто низко. Ну, у меня же 12,5, просто оверага маленькая. Ты забираем.
Я думаю, что ты на интересном таком эвериджу делаешь, парень? Сейчас охуенно, нам плюс 10. Пачку бы формон какую-то еще, да? Ты еще мэра сейчас на этом аккаунте? Ну да, конечно. А что тебя удивляет? Чую вранье. Что-то вы, ребята, вы по скиллу не ощущаете, хотите сказать? Не чувствуете еще? Да не, мало я, в доту наиграли, наверное. Ты же, типа, ну, играешь побольше рейтинга явно. Ну, вот я играю на 12. Ну, я же стример, я попросил, чтобы меня закидывали пониже. Ну, пусть даже противники посильнее будут, но чтобы контент был веселый. Там на высоких рангах вот этот вот, как это называется-то? Ну, короче, выбор команды, вот это мне вообще не нравится. Такая тема неинтересная. Да, да, да. Ну, это супер скучно же. И сидишь 5 минут, ждешь, пока челы выберут игроков. Да ну их нафиг. Переливают пацаны, да? Бывает. Не, на ММР пофигу. Главное, чтобы игровой процесс как бы не затягивался на фуфло какое-то. Хекс так, будет, ребята, смогу соло убивать. Игровой процесс портится, не? Ну, смотря как. Если в моей команде переливатор, это же с кайфом, я люблю с утяжелителем. А по поводу головача, что ты скажешь, что он будет заказывать постоянно, что вообще осуждаю такую тему, не? Че, ну, будет осуждаю. Ну, я как бы не погружался в процесс прям детально. Думаешь, он на Титана не отыгрывает? Типа, не, он играет более-менее просто. Нестабильный максимально. Ну, это ж много таких. Аудитория играет. Оп-оп-оп. Блин, ну Лишрак нечестный герой. Я не знаю, я чувствую себя неловко, что я на Лишраке играю, парни. Но они меня сами в такую ситуацию поставили. Прикольно смотреть, даже несмотря на рейтинг. У нас это такого надрафтили, пить, что да. Вообще как бы. Мне пришлось взять Лешего. Я не хотел. Че, по активкам? Ну, драфт у нас забавный, будем честно. Куда пошел? Куда пошел? Да как мне тебя поймать-то на свине надоело? Зафиксировали, хорошо. Качнули. Ну вот с Хиксом уже этот ман-реген, ребята, приятный, конечно. Регеним на 30 маны в секунду, правильно? Ту малыш. Феню увидел. Активочку беру. Я хочу 1x5 подраться, но они, скорее всего, не будут со мной, да? Тимфайт какой-то залезать. Там рейскинг вкусный вроде отдыхает. Не могу что, догнать их. Передать привет человеку. У меня вот брат уверен, твой фанат ярый просто. Давай, давай. Андрею Лифанову можешь привет? Андрею Лифанову привет. Спасибо большое, он оценит. Я не верю, что он ушел. Это ж невозможно. Как он мог выжить? А почему снижают получаемый, если можно наносить больше, я не понимаю. Не, я буду носить больше. Как он выжил? Офигеть не стать. Опа. Ебать, это с вами, конечно, было. Пошла жара, скажи, да? Через аспект, но без армлета, ну, это вообще сумасшедший игрок. А где все? Неужели АФК на базе стоит? Может, это фармит все-таки? Чё? В следующей игре попробовать Свена через этот аспект, который у него через армлет. Очень смешно. А что за аспект?
От силы, короче, урон дает. Так я играл с этим аспектом и нормально выиграл. Без армлета, надеюсь? Без армлета. Пробуй с армлета. Очень весело. Там урон откуда-то прибавляется. Я просто фанат Свена, но из-за этого... 85 всех... урона тебе армлет дает. Да там и так урона дофига, ребята. Ну я играл, там вообще не отличается. Там же у тебя все взаимодействует. Типа, ты теряешь базовый урон, но ты же получаешь урон от силы, которого раньше не было. У тебя же по умолчанию 20 силы. Ну вот считай, ты 20 потерял, 15 получил. Там вообще пофигу. Это ж математика, парни. Шторм встает, пролетит за мной? КГ, парни. Ну, Лишрак, я не знаю, я играю на нем раз в 3 месяца, каждые 3 месяца суперсильный герой. Просто каждые 3 месяца одно и то же. 3 месяца назад он был таким же супер жестким, еще 3 месяца назад был таким же супер жестким. Мне даже интересно, может я что-то путаю, я сейчас посмотрю историю игр на нем. Чемпион мира, конечно. Конечно, чемпион мира. На нем просто невозможно сыграть, типа, плохо. Потому что герой, ну, суперсильный. Приятная команда, кстати, нормально поболтать. Ну, осужденки, конечно, были. А, топ дэмэдж, топ впитал. Все по классике. 10-я минута. Шторма обогнал. Пойду смотреть, ребята. Лишрак. Показатели. Так. Вот это я играл, что тут у меня? 25-11. Это когда было? Месяц? 2 месяца назад. Полтора. Здесь играл. Кстати, вот это неудачная игра, наверное, да? 6-9-3. А, ну, учитывая мою команду, нормально покатали. Все равно топ-показатели. Там оверфит какой-то у противников. 15-6, 17-4, 20-11, 12-8, 11... Ну, короче, 32-2 вообще. Ну, невозможно плохо сыграть, я говорю. Персонаж такой.